Хочу писать! Жизнь прекрасна. Просто все так замечательно. Я так офигенно провожу время в твоей замечательной квартире. У меня здесь кашка, свежевыжатый сочек, который я терпеть не могу, из брокколи вонючего. Ковер любимый, все так замечательно. Ну да, нам ждут священник прошлой серии и раздолбал нафиг всю стену. Хорошо, что хоть оставил толчок в порядке, потому что я бы этого не пережила. Но все прекрасно, наконец-то все устаканилось. Так, нужно немножко здесь просто пропылесосить, чутка полы помыть, пыльку протереть. Ой, наконец-то смогу лежать на шезлонге, на самом деле все так замечательно. У меня есть собственный бассейн, морг личный. Ну как бы мы закопаем потом, все хорошо будет, все хорошо, все. Прекрасно! Кока-кола, пепси, приходите, угощайтесь! Ёпперс, это... Ну, конечно, я же уже не больная. Надо как бы комнату тоже переделать в фиолетовый цвет. Мой любимый. Это вот мы сейчас все уберем. Уберем. Так, где-то у меня еще пропиздон был. Надо выпить, не забыть. Кукусечка, мумусечка, зайки мои, вы где? Маленькие мои хорошие деточки. Секунду, рыбу дам. Держите, мои зайки, не умею я давать им рыбу. Как рыба. Не бейте меня вам рыбу. На кью выбрасывать, а не в морду им давай своим котам. Прости, пожалуйста. Они теперь меня не любят больше? Скорее всего, нет. Ой. Тебе здесь весело, хорошо. Не, на самом деле, у нас реально все хорошо. Я тебе вот, вот прям... что хотела что? Сказать. Что давай... Привет всем изначально. У нас... Привет. Пойдем поотдыхаем, полежим на гамаках, покупаемся в бассейне. У нас все наконец-то хорошо. У нас никто не хочет отобрать нашу жизнь. Никто никуда не уезжает. Все, я разбегаюсь и тут прыгаю. Проблем. Не, уезжает. Уезжает все же. Кто? Я завтра в Португалию опять улетаю. Я ж тебе говорил. Ты мне не говорил. У меня самолет уже через часов 20, так, 2-3. Тебе хана. В смысле ты уезжаешь? Кать, мне нужно в Португалию... Ты офигел совсем, что ли? Ты на меня орешь, мне нужно документы сделать, я тебе говорил. Я опять в Португалию, в начале июня заткнись. Я уезжаю. В смысле, заткнись? Я понимаю, Катя, у нас все хорошо, у нас все прекрасно, Катя, все хорошо. Ничего не прекрасно. Кукусик, мумусик, все хорошо. Мумусик. Я просто уеду, я сразу же вернусь. Успокойся, слышишь? Успокойся, да время опять быстро пролетит, как это в предыдущий раз было. Я уехал, мы даже... Понял? Вот так с тобой будет, когда в следующий раз уедешь, ясно? Убери калаш! Это еще не все. В смысле не все? Чё у тебя там за запасы возле сральника? Я уеду всего лишь в Португалию! Три месяца тебя опять не будет! Да какие три месяца? Дай мне до конца договорить! Ты с ума сошла? Это мой дом! Ты чё делаешь? Не будешь больше бросать меня, кукусик и мумусик, отцу! Да я не бросаю тебя! Какого отцу? Детям нужен отец, а не отцу нужны дети! Отцу тоже нужны дети! Мне нужны дети! Убери эти пукалки свои, Кать! Кать, убери эту базуку, убери... Кать? Кать! Ты сейчас жителей побьешь, чертовой баб! Все, не пущу! Нет! Да нужно мне уехать, да, мне нужно уехать, я предупреждал заранее. Я в начале июля уезжаю опять в Португалию. Опять сматываешься без причины, блин. В смысле без причины? Мне нужно документы португальские сделать. А, документы. Документы. Хорошо, я-то уж подумала. Сейчас я тебе тогда подарочек небольшой подготовлю, раз ты уезжаешь. Какой подарочек? Ну, с собой возьмешь маме, папе, передашь, там, Люсиндре. А, закрой глазки. Зачем? Я говорю, подарок там твоим родителям. Ага. Базука! Сам ты базука. Говорю, подарки. Сама ты базука. Ну, базука. Так базука, я сказал! Глаза закрой быстро! Закрою тебе! Себе! Ладно, себе! Ненормальная какая-то истеричка! Истеричка!
едут. Я ж тебе говорил, не что не сваливаю, не я сваливаю, ясно? Ага. Дома нет целыми днями, на работу ходит детей, а на меня оставляет своего кукусика мамусика. Я вообще котов не люблю, если ты не знала, я собак люблю. Все, глазки закрыл. Давно уже. Угу. Ну все, давай, погнали. Подарочки приезжают. Где откопала военный танк? Это подарочки. Подарочки от кого? У тебя кто? Дедушка-лейтенант США, а в Советской армии Пентагона? Рассказывай. Что рассказывай? Кто это Дуримонда? Кому ты едешь? Дуримонда, я ее мамой называю, Люсей вообще. Это как бы мама я, Люся? Я к своим родителям еду, и они не Дуримонды. Ты где танк откопала? Это секретная информация. Это секретная информация. Вот я еду в Португалию. Успокойся, почему мы не можем нормально попрощаться, сказать нормально друг другу, там я тебя буду ждать, я там вернусь через несколько месяцев. Сколько можно уже уходить? Мы подарки туда-сюда, проводы, не проводы, ну хватит уже уезжать. Я понимаю, что хватит, мне даже уже подписчики на меня орут иногда, потому что ты уже заколебал там переезжать, туда уезжать, сюда уезжать. Ну, как бы, знаешь, не я выбираю, жизнь, мать его, заставляет. Я-то что могу сделать? Значит, надо? Ну я вернусь. В начале июля я уже вернусь. Потом ВК-фест, потом у нас, да, опять у нас переезд. Ты не на 3 месяца? На месяц. Ну, даже меньше, чем на месяц, там дней так 25. То есть я вот сейчас уезжаю, а возвращаюсь в начале июля. Бери шмотки, сваливай. У-ху! Отдохну хоть, и кукусика с помощником забери. Кого? Все, уходи, давай, уходи. Всё. А, то есть если я не на 3 месяца свалю, значит мне можно... Ага, все понятно. Хорошо, то есть все рады, то, что я сваливаю на месяц? И кукуська-мамуська с собой забираю. Отдохну хоть от вас. Это я от тебя отдохну. Ой, хотя это бы. Я. Это я тебя отдохну. Это я тебя. Это я. Это я. Это ты. Я. Ну ладно, раз уж ты сваливаешь, давай тогда устроим тусич прям такой жесткий. Только не огненный, прям огненный такой тусич. Ты зачем подожгла деревом? Хотя бы хорошо, что она в дом не выстрелила. Плохо, что в дом не выстрелила. Хорошо, что не выстрелила. Давай тусу устроим, только не грустную, как в прошлый раз. Давай прям повеселимся. Повеселимся? Да, я предлагаю бассейн с утками. Бассейн с утками? Скучно, какая уточная вечеринка. Давай закажем, давай вызовем танцовщиц Го-Го. Что-то, не знаю, типа Го-Го. И Го-Го себе, ага. Давай бассейн только не с утками, а шампанским. С лавандой. С тёлками. Одной. Тобой. Тебя. Ты. Тусу! Надо тусу! А давай вообще поедем куда-то. Вот давай на дискотеку. Давай. Не, давай просто пиццу закажем. Да ну это не туса, это обжираловка. Проход запрещен. А, конечно, запрещен. Там танк свой спрятал. Для девочек только. А, проход запрещен для девочек в убежище с танком, да? Слушай, а может мы с тобой в парк аттракционов скатаемся? Как ты думаешь? Покатаемся на горках туда-сюда, вот пью-пью-пью. А может сами построим? Сами парк аттракционов. Кстати, подожди. У меня же там есть материалы, Костянчик-наркоманчик в предыдущей серии. Кстати, вот подсказочка на предыдущую серию, если ты ее не видел, обязательно посмотри, там Катя. Там Катя вообще без лифчика ходила. Ну это просто забайте, чтобы. А мне тут квадроцикл привез, тут с какими-то припасами, знаешь, типа что там построить. Он такой пришел, сказал, я там у кого-то старотып взял в гараже. Дай покатаюсь. Я-то умею ездить. Ага, так же как на танке, да, она умеет ездить. Только в огонь-то не заедь. Налево, направо, направо, направо. Направо, направо, вот туда, да. Налево, налево, налево. Лаванду не потопчи. Оп, так, все, вот, в принципе, можешь здесь останавливаться. Дрифт. Да какой дрифт, все, тихо. Здесь много всего интересного. То есть это все можно забрать. Здесь прям, знаешь, Костянчик-наркоманчик как будто знал то, что мы с тобой что-то будем строить. Здесь у нас и вагонетки есть, вагонетки можно перекрасить, знаешь, как вот эти вагонетки... Американские горки, да. Видишь, здесь у нас уже есть дорожные пути, поэтому можно что-то интересное строить. Поэтому дай, отодвинься, я сейчас что-то настрою. Я строить буду, вали отсюда. И что ты настроишь? Я сейчас построю. Что? Что? Аттракцион построю. Давай строй, давай! Так. Открываем на Е, берем красные блоки вот сюда.
4 ставим сюда. Один сюда. Может, хватит херней страдать? Это, короче... Хрень. Уйди. Ща, батя... возьмется за дело и забубенькает здесь просто ядрик колотить лучше, чем в каком-то Лас... О, кстати, давай в Лас-Вегас поедем, не? Давай. А, сейчас мы свой Лас-Вегас забубенькаем. Иди танцовщицы Го-Го вызывай, чтоб потверкали здесь возле моих американских горок. Глаза закрой. А мы все построили. Мы? Ну я. Ты, как обычно, ни хрена не делал, сидела. В общем, смотри, я как бы построил, я уже успел накататься во время того, как я строил. Все, что здесь есть, это для тебя. Ты как бы не удивляйся, здесь реально много всего. Я прям душу вложил, вот когда... Я прям душу вложил, когда строил... Не дай сказать! Я прям душу вложил, когда строил. Вот. Тебе сначала нужно забраться туда наверх. Не пешком, а на квадроцикле. Знаешь, мне кажется, иногда ты даже на аттракционах кататься толком не умеешь. Ты понимаешь, что нужно садиться на вагонетки и... Ёпперсете. У кого-то большое желание кости себе переломать. Мне кажется, я уеду, она здесь вообще дом нас даже подожжет. Да, на квадроцикл. Садишься на квадроцикл. Бибенькаешь в то здание розовое, из того, только главное потом вовремя остановиться. С разгона, мать, прям с разгона, берешь и едь, да я еще даже не сказал старт. Давай, 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 главное не отпускай газ, отпускай газ, отпускай, слезай, 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 слезай. Что я сказал, неважно. Подожди, я сказал подожди, в первую очередь развернись, успокойся, мать. Это что? Это тебе. Это прям самый огромный букет лаванды, который только существует на этой планете. Я его увеличил. Я его просто увеличил. Вот он, видишь? Это тебе. Давай кататься. Садись на вагонетку. Садись на вагонетку. Я отправляю тебя в божий путь. Ты главное, ну, чтоб тебя не качало по сторонам. Ага, да, спасибо. Да. Пакет. Я могу сразу тебе пакет дать, если что, блевать под стол. Ты готова? Прям 100%? Я не боюсь. Ага. Все, давай. Раз, два, и три! Давай, смотри, смотри, смотри! Под водой! Ты чего? Да не под водой! Я такие небольшие горочки настроил. Здесь ничего, здесь ничего ужасного не будет. Ну, вот за этим зданием все же будет немножко. Я тебя не слышу. Немножко ужасное будет. Тут не обосрунькайся. Там что, в небо? А, нет. Чуть-чуть. Вот так перекрутитесь и немножко сейчас не спадаешь. Опа! Ну я там немножко нашаманил, как ты видишь, я умею там американские горки строить. Не плюй. Сейчас до конца доедь, сейчас до конца. Мы уже почти приехали, сейчас подъедем. Оп, оп, наверх, оп, вниз, все, мы приехали, здорово. Бедро ломается, если что. Сломай бедро. Сломай его полностью. Как тебе? Ты сама хотела американские вот эти горки, гонки. Я на самом деле сейчас бы еще сам прокатился. Ты со мной? Нет, садись один. У меня аж голова закружилась. В реале. Ты реально смотри. Опа, сюда. Ну, короче... Это все, что ты построил? А, тебе мало? Хочу качели. Вот тебе качели. Еще что хочешь? Все, ничего не хочу, хочу. Качаться. Они не качаются, это же декорация просто в Майнкрафте. Можешь вас... Да иди ты в жизнь! Кать, да не психуй ты! Ты останешься с кукусиком, ты останешься с мумусиком, я уеду на месяц! А подожди, а что самое главное мы забыли? У тебя же есть компьютер, мы же тебе комп купили. То есть, если кто-то из подписчиков сейчас подумал, то, что мы не будем выпускать Нубика, мы не будем выпускать наш новый сезон «Семейка блогеров», кочерышка-то на месте, как бы у всех должна быть. Конечно! У меня в той комнате ноутбук, там наушники, там мышь, там все, там дискорд, вот это все, я умею все делать. Вся эта лабуда там на месте. Будем записывать совместные ролики из разных стран. Как вам такое? А? Нубик, Россия, Португалия. Нужно подождать месяц в первую очередь, потому что как бы я скоро вернусь, а чтобы поддержать меня, чтобы поддержать Катеридзе, чтобы она здесь без меня не загнулась в этом Катя. Майнкрафте. Месяц!
поставь лайк. Давай наберем прям, ну, давай сексиллион 69, 4500 лайков и в 2. 2 лайка, вот. Я вернусь как можно скорее. Какая у тебя там месяц всего лишь, ты здесь с кукусиком останешься, с мумусиком с кукусиком останешься, с мумусиком. Я ж скоро придаю, Катя, я уже разговаривать не могу. Подписывайся, потому что скоро уже вот... Я уже показывала вот столько, но уже вот столько. Осталось до 4 миллионов. 70 тысяч и будет 4 миллиона. А у меня днюха через месяц и 12 дней. Надо успеть, Катюха! Да? Тащим! Валим! Рвем! Разрываем! Спасибо всем за просмотр. Всем удачи. И всем кусь за нос. Да я тебя хотел укусить!